Глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с генеральным директором акционерного общества группа «Оргсинтез» Ярославом Кузнецовым новые проекты предприятия. Глава Чувашии отметил, что недавно побывал на предприятии «Химпром», ознакомился с производством, побеседовал с работниками. Модернизация проводится, прибыль у вас идет, количество работающих, несмотря на сложности в реальном секторе экономики, увеличивается. Самое главное, у вас появились дополнительные возможности с учетом валютного коридора на экспорт выгодно продавать. Это на самом деле значимо для всех нас и для российской экономики, не только для Чувашской республики. Из проектов, которые запущены в прошлом году, мы увеличили перекись водорода на 10%. В этом году планируем еще на 25%. Сейчас только что площадку посетили, работы все ведутся. Камеры в онлайне показывают строительные вещи. Мы восстановочный плановый ремонт планируем запустить к лету уже перекись водорода с новыми мощностями. Ярослав Кузнецов поделился и планами по освоению производства гипохлорита кальция для отечественных золотодобывающих предприятий. Этот проект позволит новочебоксарскому химпрому укрепить свои позиции на российском рынке.